Speedlight 430EX3RT – это уже третья реинкарнация знаменитой 430-й модели фотовспышки от Canon. Традиционно вспышки этой серии пользуются успехом у профессионалов и увлеченных любителей, поскольку не так уж сильно уступают топовым моделям, но при этом выигрывают в цене, размере и весе. Speedlight 430EX3RT исключением не стало. Вспышка сохранила удобный форм-фактор средних размеров при прежней мощности. Ведущее число — 43 при ISO 100 и положении зума 105 мм. Интерфейс управления интуитивно понятный, так как многие кнопки и их функции схожи с теми, которые применяются в камерах Canon EOS. За работу с настройками отвечает большой и информативный ЖК-дисплей. Поворотная в двух плоскостях головка позволяет направлять свет вспышки на различные отражающие поверхности. Можно работать с отраженным от потолка или стен светом. Если вы ведете съемку с небольшой дистанции, то, направляя вспышку в потолок, можете дополнительно использовать выдвижной отражатель. Он позволит подсветить снимаемую сцену фронтальным светом. В комплекте поставки вы найдете корректирующий оранжевый фильтр, созданный для съемки с лампами накаливания. Он изменяет цветовую температуру вспышки и делает ее свет более естественным. Вторым аксессуаром из комплекта станет матовый рассеиватель. Для репортажных съемок в сложных условиях здесь предусмотрена инфракрасная подсветка автофокуса. Но все же главной особенностью этой модели стал встроенный радиосинхронизатор, позволяющий использовать беспроводную синхронизацию в системе EOS. Радиосинхронизация возможна на расстоянии до 30 метров. При этом не обязательно вспышка должна находиться в прямой видимости от камеры, как это требуется при синхронизации по оптическому каналу. При радиосинхронизации эта вспышка может выступать как ведущей, так и ведомой. Canon Speedlight 430EX3RT — это современная и функциональная вспышка, созданная для увлеченных любителей и профессионалов.